Смотри, блин. Землянки понастроены. Ну, я вижу. В пластмассовом бачке держит бензин. Это же нельзя. Стой. Ну, не дай бог, если что случилось. Мы не проедем. А этот не едет по обочине. Не поехал. Смотрит. Что-то непонятно. Чего стали? А может быть там какие-нибудь эти самые идут? Работы. Подготовка какая-то к празднику, может быть, что-нибудь. И они перекрыли, блин. Там где-нибудь, может быть, или техника проходит. Дай мне, проходит. Пожалуйста. Ну, только твою мать. Неизвестно. О, блин. 60-й, но Псковский. Тихо, нельзя на камеру говорить такие слова. Значит так. Вот, только выехали из леса, мы пообедали. Слева вот такой лес, а мы здесь. Гаишники где-то впереди, что-то там случилось, мы не знаем. Я побаиваюсь, что там случилось, только бы не что-нибудь плохое. Но что-то случилось, потому что мы здесь стоим уже порядочно. Несколько минут 10. Вот справа мы выехали из хорошего леса, и начинается вот здесь вот в начале не очень хорошего леса. Люди уже не утерпели. Ходят, глядят, скоро ли это все закончится. А Псковский грязный, очень-очень наглый. А это наш земляк, 67-й Смоленский. Какие тамошки в этом царстве и государстве, в этих лесах. Летают рой, сзади машины, рой. Если что-то здесь, что здесь произошло, я потом скажу. Ну, камеру я оставлю пока. Как овечки будем стоять. Так. О, поехал. Тот не утерпел, значит, можно, сказали, наверное. Дай. Да ничего нельзя. Значит, может, махнули. Да ничего там никто не махнул. Но что-то отъехал, он увидел. И этот сейчас будет дергаться. Подъедь-ка ты к нему поближе. Не надо? Надо.